қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті комиссия мүшелері. Бүгін болып жатқан Текесу нөмір 21 мектеп алғашқы есеп дайындық пәні мұғаліміне конкурстың болуына байланысты өзім таныстырамын. Мен Ұлжабаев Акмарли Абдурашидович, запастағы лейтенант. 2000 жылы тамыз айының 31 күні дүниеге келдім. Қазіргі кезде Шымкент қаласында жолы жалын елді мекенде тұрғынымын. Дәл осы жалын елді мекенде нөмір 94 мектепті 2017 жылы түлегім. 2017 жылы жоғары оқу орнына, Алматы қаласына құрлық әскерлерінің әскери институтының бірінші курсына қабылдандым. Ол институтта әскери істегі менеджмент, ракета және артиллерия әскерлерін басқару мамандығын 2021 жылы аяқтадым. Сол 2021 жылы қорғаныс министрінің бұйрығымен Өскемен қаласына нөмір 27-943 әскери бөлімінің взвод командир болып тағайындалдым. Нақтырақ өзімнің қызметімді айтатын болсам, менің міндетім қатарға келген әскерлерді және де әскери адамдарды бақылап, соларға сабақ беріп, және де өзімнің бар білімімді оларға үйретіп, тәрбиелеп, аман есен үйіне жіберу болды. 2022 жылы өзімнің қызметімді аяқтап, қазіргі кезде өзімнің туған қалама келіп, Шымкентке келіп, енді 21 мектепке конкурстың болуына байланысты жұмысқа орналасуға өтініш тапсырдым. Жаңа енгізілген талаптарға сәйкес, бізге сабақ өтілу тиіс деген талап қойылды. Сол үшін мен қадар қазір өзімнің сабағымды автомат Калашников автоматы жайлы өтемін деп шештім. Сабақты орыс тілінде өткізгім келеді. Және де барынша материалдар қолданып, оқушыларға түсінікті болатын етіп, және де өзім жазбаларымды дәл сабақта жазып түсіндіргім келеді. Зерттерден бастайын. Здравствуйте, господа ученики, ученицы. Сегодня у нас занятие по начальной военной подготовке, по теме материальная часть, а также тактико-технические характеристики автомата Калашникова. Сегодня будем провести занятие по практической, а также теоретической части. Цель нашего занятия – обучать, а также показать наглядность оружия автомата АК-74, а также воспитывать у вас чувство патриотизма, а также смелости завладения этим оружием. Мы будем проводить занятия на учебном классе, используя разные учебные материалы. Для данного материала, для данной темы нам пригодится макет автомата АК-74, а также учебники по АК-74, тактико-технические характеристики. Как вы знаете, автомат Калашникова у нас используется в вооруженных силах, не только у нас в вооруженных силах, а также в различных вооруженных силах России, а также в основном оружие на вооружении находится в республиках ТМД, которые были в Советском Союзе. Сам автомат произвели раньше в Советском Союзе, в данном Российской Федерации, Михаилом Калашниковым. Его используют в качестве оружия, индивидуального оружия.
Почему АК-74? АК это автомат Калашникова, это понятно всем, да? 74 это его модернизированный. Вот. А раньше АК-74 это АК произвели в 47 году, принят на вооружение. Ну, АК, тогда назвали его АК-47. Ну, многие его знают и путают с АК-74, АК-47. Ну, это в корне один и тот же автомат, но разные модификации. В целом АК-47 на вооружении долго не находился, так как его бойная сила, а также отдача была очень высокой. Ну, для стрельбы не было выгодно для вооружения. Потом, в 1974 году его модернизировали, АК-74, автомат, который у нас находится в нашем вооружении. Его используют разными модификациями. АКС-74, АКСУ, АК-74Н. Теперь вам разъясню, что это такое. АКС-74, АКС-С, это обозначает, это приклад. В основном приклад. Это обозначает, что приклад примыкается к автомату. Примыкается. АКН это ночной, это АК, это понятно, автомат Калашникова. Н это прицел ночного видения. Прицел ночного видения можно примыкать к автомату. А также можно примыкать к автомату гранатомет КП-25. Ну, в целом, АК-74 это историческое оружие, бомбическое. Его много государств используют в разных спецоперациях. В разном государстве это есть вооружение. Ну, АК-74 является самым доверенным оружием. Он стреляет в воде, в пыли, грязи, в любом месте он стреляет. Безотказное. Безотказное вообще. Поэтому много государств его используют. Ну, в данный момент в нашем, например, спецназе или других государствах имеется более совершенствованный вид АК-74. Это АКС-17, АКС-12. Это более модернизированный вид. Ну, корни один и тот же, но вид у него другой, а также более модернизированный. Теперь приступаем к первому учебному вопросу наших занятий. Тактика, технические характеристики, а также предназначение нашего автомата АК-74. АК-74 является индивидуальным оружием. Индивидуально это обозначает, что только одного человека будет и все. Индивидуально, у каждого есть свое оружие. Он предназначен для уничтожения, а также поражения живой силы и огневых средств противника. А также к автомату примыкается штык-нож для борьбы с противником в рукопашном бою. Это понятно, да? Это индивидуальное оружие, а также предназначено для уничтожения живой силы и огневых средств противника. ЕОшный калибр 5,45 мм. Прицельная дальность 1000 метров. Прицельная дальность это обозначает, что когда у него есть прицел, а также прицельная планка, и с этим прицелом можно его стрелять на дальность 1000 метров. Дальность прямого выстрела. Есть по грудной фигуре, а также по ростовой фигуре у нас. По грудной фигуре это так. А ростовой фигуры так. Вот это первый рисунок является у нас грудная фигура, а второй рисунок это ростовая фигура. По грудной фигуре 440 метров, а по ростовой фигуре 625 метров. Темп стрельбы 600 минут выстрелов. Это означает, что минуту он без остановки стреляет 600 выстрелов.
А боевая скорострельность есть одиночным, а также автоматическим. Его есть два положения его скорострельности. Это одиночным, а также боевой, автоматическим. Одиночным стреляет 40 выстрелов в минуту, а автоматическим 100 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули составляет 900 метров в секунду. Это обозначает, что в секунду он летает, улетает, можно сказать, 900 метров. Дальность убойного действия пули сохраняется до 1350 метров. Это означает, что около 1350 метров можно убить человека. Можно убить, конечно, может не убить, но какие-то повреждения может, и гематомы может оставить после себя. Вес автомата составляет 3 и 300 килограмм. 3 килограмма и 300 грамм. Это без снаряженного магазина. А снаряженным магазином 3,6 килограмм. А к автомату примыкается, как мы сказали, штык-нож. А штык-нож уже весит отдельно уже 490 граммов. Сам патрон, у него есть патрон 5,45 миллиметров. Он весит 10,2 грамма. Сам автомат является очень надежным, очень, очень надежным автоматом. Автомат сам состоит из этих основных частей. Дульный тормоз, шомпол, ствол со ствольной накладкой, крышка ствольной коробки, возвратный механизм, ударно-спусковой механизм и пистолетная рукоятка. Сам дульный тормоз предназначен для поглощения энергии при откате автомата. Это обозначает, что автомат стреляет, но у него откат будет большим. И из-за этого отката рассеивание пуль будет очень высоким. А также попадание в какую-то цель уже будет трудно. Точно попадать трудно. Поэтому дульный тормоз используется в автомате. А также в состав автомата входит ремень, это сумка для магазина, а также пенал. Ну, пенал принадлежит для чистки автомата, чистки стирки автоматов, для поддержания боевой готовности его. Автомат надо всегда надо чистить, всегда надо держать чистым, чистоплотным. Почему? Потому что если автомат грязный, если не соблюдает уход за ним, какой-то есть свои требования, уход за автоматом. Если его не соблюдает, автомат не будет стрелять, естественно. Ну, будет влиять это природное явление, например, коррозия различная. И это будет, как бы, будет влиять на выстрел автомата, на стрельбу. Я хотел вам учить именно автомат, как будет действовать при работе. Автомат АК-74. Например, вы будете стрелять с него, да? Я сейчас наглядно вам принесу пример. Например, это автомат, да, получается. Здесь у нас курок. Курок стоит. Мы нажимаем на курок. Нажимаем. Здесь у нас пуля. Здесь у нас пуля есть. Здесь у нас пуля есть. Внутри этой ствольной коробки есть ударно-спусковой механизм. С помощью этого ударно-спускового механизма срабатывает у нас механизм, когда курок сжимается. А также после этого будет внутреннее сгорание. После этого внутреннее сгорание будет этой пули.
Он вылетает из канала ствола и выходит сюда. Под действием этого порохового газа, часть пороховых газов, а также газов, это поршня, выходит сюда и возвращает это возвратный, здесь есть возвратный механизм. Возвратный механизм сразу гильзу выбрасывает из отражателя. Потом пуля выходит сюда и улетает из канала ствола. Вот таким же образом, вот таким же механизмом работает сам автомат. Ну, не трудно, можно говорить. Сам автомат очень надежный, очень хороший. Можно использовать где угодно, как угодно. Самый надежный автомат в нашем государстве, можно сказать, планете. Самый надежный автомат. Из-за этого его принимают многих спецопераций. Спасибо за внимание. Сегодня урок закончен.